Здравствуйте! Где же искать вдохновение для создания дизайна на ногтях? Кто-то ищет их в старинных гравюрах, кто-то наоборот в современном искусстве. Для меня же интереснее всего находить практически готовые решения в коллекциях модных дизайнеров. Так и дизайн в стиле Missoni я также использовала в своем дизайне ногтей. Марка Missoni известна во всем мире благодаря пестрому зигзагообразному узору. Этот интересный принт долгие годы не выходит из моды и украшает трикотажные изделия многих марок. Цвета такого дизайна контрастные, очень часто яркие. Эффект зигзага на ногтях нарисовать достаточно сложно, поэтому я немного упростила задачу, используя в качестве гель-лаков. Они не поляризуются на воздухе, поэтому позволяют выполнить необыкновенный узор несколькими цветами одновременно. Для создания такого дизайна необходимо вначале нанести базовое покрытие на все ногти по технологии, и затем мы будем наносить самый светлый цвет из нашей подборки. Я остановилась на гель-лаках марки Blue Sky. Это цвета в сине-сиреневых оттенках, и еще буду использовать белый и серебристый. Номера гель-лаков, которые я буду использовать, 1421, также 1420, 1366, 1404 и 1620. И так как я уже сказала, наношу самый светлый цвет. Это у меня белый 1421 на весь ноготь. Для того, чтобы не перегружать маникюр разноцветными гель-лаками, таким ярким маникюром, вы можете оставить несколько ноготочков вот в таком цвете. И теперь полимеризую его. Верхнюю часть ногтя я перекрываю одним из выбранных цветов. У меня это будет сиреневый с блестками. Далее поочередно проставляю на палитре все цвета гель-лаков. И дальше буду рисовать полосочки разноцветными гель-лаками по очереди по всей ногтевой пластине различной ширины. Теперь, используя тонкую кисть-волосок, я использую кисть от Runail номер 6. Начиная с верхней части ногтя, аккуратно рисуем полосочку, как бы слегка перемешивая цвета между собой сверху вниз. Отступая немного от первой полосы, проводим вторую. И так далее по всей ширине ногтя. Обратите внимание, как этот прием позволяет слегка перемешивать гель-лаки, не переходит один в другой, создавая очень красивый узор, который напоминает нам узор известной марки Missoni. После этого закрепите рисунок верхним покрытием и заполимеризуйте его в лампе. Надеюсь, вам понравился такой вариант дизайна. Все интересующие вас вопросы оставляйте, пожалуйста, под видео. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!